пропустит ли нас за границу. Знаю, у нас билеты есть. Что происходит во время коронавируса? Это так жутко. Смотрите, мы как будто в пустом аэропорту. Мы будем жить здесь. Это дом то ли на 14, то ли на 18 гостей рассчитан. Привет, я Максим, и мне 9 лет. Привет, я Катя, и я хочу в путешествие. Мы хотим поделиться с вами важной новостью. Так говори уже. Ладно. Мы едем на отдых. Yeah! А вот мой чемодан. Тяжелый. Вот еще. Самый интересный момент. Пропустит ли нас за границу? Вы заметите, что в аэропорту никого нет. Одни мы. В общем, интересно ли нас пустят? Посмотрите. Да, необычно. Аэропорт. Обычно куча людей. Пойдем, Катя. Смотрите, людей в аэропорту нет. Он хоть все работает, этот аэропорт? Не знаю, у нас билеты есть. Слушайте, мы в аэропорту или где? Алло? Где люди? Алло? Посмотрите. Мы приехали больше, чем за 2 часа. Сейчас придут. Алло. Все закрыто. Посмотрите. Может, маски уже одеть? Может, а есть тебя? Может, уже не надо. Сейчас давай оденем. Все ходят в масках. Мы с билетами. Надеюсь, сегодня назад не придется возвращаться. Ага. Пропустят нас. И я села перевернутую маску на мой размер. Круто. Все? А куда дальше? Дальше в теплые страны. Там, где тепло и бассейн. А то в Лондоне вот лето такое вот, называется лето. Продавец в пустом аэропорту не дождался клиентов, так и засох. Help me! В общем, посмотрите, ни пробников, ничего. Тишина. Такой аромат духов, что аж воняет. Сейчас вообще ноль. Да, ничего, попробовать нельзя. Сейчас карамелькой пахнет. Да, пойдемте дальше исследовать. Пошли. Что происходит во время коронавируса? Кофе продают. Вот сейчас найдем. Папа, а что ты носишь Максимин рюкзак, расскажи. Потому что ручной уклад, оказывается, с собой брать нельзя. Вот эти ящики, которые багажное отделение над головой, ими пользоваться нельзя. Можно. И я несу в моем багажнике помидоры. Только то, что помещается под сиденье, мы взяли с собой. Короче, компьютер разобрали. Пришлось. У детей взяли бэкпэки. Тут обычно негде сесть. Ну вот. Темнота, пустота. И сейчас негде сесть, все закрыто. Короче, мы с вами снова первопроходцы. Нормально. А туалет хоть работает? Да. Туалет работает. Дети уже нашли какие-то чистые. Это где? Starbucks. Starbucks работает. На 48 человек в аэропорту. Вижу ее суши, там Фред и там Ваганана. Ваганана закрыта. Знаете что, тут реально можно снимать прятки в пустом аэропорту. Ага. Да. Ну, можем где суши зайти? Давно не были. Кстати, уже 4 месяца не были. Наша любимая ее суши сейчас пустые. Тут по-нормальному надо было ждать в очереди, чтобы сесть. Вот теперь можно сесть. Короче, есть, где надо... нравится. Есть Starbucks и есть Фред. Идем в Фред? Starbucks. Идем в Фред. С Фредом вкусные там салатики есть. Снять маску, Василий. И Андрей, если что. Не успели мы еще найти место, где покушать, а наши уже сидят тут, жуют. И что кушаем? Вот это штуку. Такие макароны. Такой круассан. С цветной капустой и беконом. Mm-hmm. Это такой чиз энд хэм и что-то еще круассан. Вот такой у нас будет обед. Скромный, аккуратный. Ты бекав просила? Я не помню, да. Нет, вроде бы. Вроде. А мы сейчас... Все, мы сейчас будем пить кофе с папой. А где из них вайт? А, да, у меня вайт. Всем приятного аппетита. Спасибо. Все. Спасибо. Это наши соседи через стол. Здравствуйте.
И мы с дорогим любимым человеком пьем кофе. Мне кажется, я их видел на Ютубе. Это мистер Макс. Это Макс и Катя! Да. А, мы вас смотрим! Можно с вами сфоткаться? Да, можно сфоткаться? Чик-чик, чик-чик. У него крошки во рту. Приятного аппетита, молодежь. Давайте. Приятного аппетита. Спасибо. Обычно в девчачий туалет, чтобы зайти, надо простоять очередь. Посмотрите. Раз тут никого нет, тогда можно. Ну, короче, сегодня принцесса туалета. Любой. На выбор. Прошу. В Лондоне. Это вообще для инвалидов. Я королева все еще. Мы королева туалета. Давай. Надо быстро, чтобы она не справлялась. Все. Это так жутко. Смотрите, мы как будто в пустом аэропорту. Пойдем. Давай мальчика спросим, или у них тоже там было пусто. Давай. Давай. А у вас тоже пусто? У вас пусто было в туалете? Как пусто? Ну, никого не было? Ну, да. Только вы? Да, мы были королева, а вы королева. Нам впервые не пришлось ждать очередь в туалете. Женские обычно все стоят. Представляете? Так жутко. Вообще тут так тихо, как будто мы не в аэропорту большого города, а где-то, не знаю. А где-то в отеле очень тихо. Это просто неимоверно. Я никогда такого не видела в жизни. Это знаете, как есть заброшка где-то? Недостроенное здание, и там так тихо. Вот так же и здесь сейчас. Может, зайдем покушаем? Нет, я голодная. Идем в Starbucks, затем фальчиз. А вылетов не так-то и много. Раньше каждые 5 минут по пару рейсов. А сейчас вон. 3 рейса в час. Да, мы идем в самолет. Летим в самолет. Я уже лечу. Ой, наш самолет. Мы еще, кстати, на таком не летали. Новая авиалиния для нас. Пиулинг называется. Не надо спешать, потому что я залечу. На взлет. Сейчас новые елки-палки правила коронавирусные. Нельзя садиться спереди к таксисту, только сзади. Сейчас покажу, посмотрите. Вот Макс сидит пристегнутый, я посередине, пустое кресло. Зато Катя на руках. Катя, как тебе? Хорошо. Маленький ребенок наш. Хорошо. Все, едем поселяться. Какая еще? Дай мою бутылочку, я ее любила. Сосочка, которая? Да. Ну что, вот наш отель, точнее наша вилла. Это все для нас. Мы будем жить здесь. Звоните. Hello. А вон. Кто позвонит? Это? Да. Слушайте, и что так вилла, да? В Барселоне. А самое классное, что через дорогу кофейня, круассаны, там магазинчик, все под рукой. Ну что, готовы смотреть наш дом? Welcome to the tower. Посмотрите, это реально не дом, а музей. Тут все такое старое, такое вообще необычное. Смотрите, бочка в стоимость моей почки. А не зря она закрыта, кстати, можно потрогать. Давайте только не разбейте. Окей, а то наши почки не выдержат столько. Вау, посмотрите, без головы уже. Тут бильярд, и футбол, и телевизор, и все, что хочешь. Вау, тут еще была одна комната, ну ладно. Посмотрите, что творится. Ау! Ау! Сколько этих штук? Sony 4 геймпада. Прикольно. А какие шарушки, смотрите. Вау, это и шахматы можно играть им. Да.
Прикольно, вы посмотрите на вот эту всю красотень. Какие хоромы! Это реально музей. Кать, пойдем показывать, что тут есть. Супер! Вон шарики, вон там шарики, вот там шарики. О, лошадка на стене. Я еще не видела, чтобы люстра была из камня. В общем, вот это у нас такая прихожая. Это даже не гостиная. Я предлагала показывать рум-тур, идти где-то кушать. Вы, монстры. Да-да-да, все. Завтра доиграйте. А теперь пошли. Там какие-то иконы, какие-то там выставки. Вау. Смотри, что творится. Камон, чик-чик-чик-чик. Если кто-то устал играть в теннис в бильярд, можно сразу идти спать. Прикольно. Люстра классная. А. Катя, я так понимаю, вы выбираете себе эту комнату, что ли, Катя? Теннис. Так, что еще? Туалет-душ. Обалдеть. Смотри, что творится. Это сколько уже мы нашли спален? Пока одна. Я там видел за углом тоже, да? Тут зубная. Нет. Зубная, да, у Кати. Вот комната. Вот она. Так, пахты. Да сними ты уже маску свою, мистер. О, какая большая комната, смотрите. В этой комнате прикольная люстра, а? Вау, прикольно. А я знаю, какая это. Давай, вау. У-ху. Прикольно. Классно. Ты не видела такое? Не видела ни разу. Я сейчас ее Сейчас Катя точно рубанет разочек и будем без люстры. Так, что тут? Так, тут инсьют туалет. О, свой душ. Туалет-душ еще. Есть. Здрасте. Даже цветочек. Цветочек? Даже цветочек. Что, живой? Нет. Китайская поделка. Пошли, давай дальше. Так, в общем, смотри. Такая красивенькая спальня. В общем, что? Это мы вошли первый этаж. Да? Это только прихожая, товарищи. Это только первый какой-то вот этаж. Вот это ух-ты-пух-ты. Ух-ты-пух-ты, люстра понравилась, Катя. Смотрите, еще люстра. А где голова? Стул. Посмотрите на эти стулья. Мой папа умеет такое варить. Папа, давай сделай такие вот стулья, мы продадим им испанцам. Кто-то голову оторвал. Кстати, она уже падала, приняли лучшие. Да, лучше ее не это, не облокачивайтесь. А где Катя? Вау. Короче, это Катя или нет будет? Катя, дядька там какой-то, смотрите. Здрасте. Идем дальше. Пойдемте. Мрамора лестница. Макс уже снял шузы, свои босы ходят. А кстати, я тоже снимаю. Вау, и это только первый этаж. Нет, второй. А вот мистер. Мистер, вас губы съели. За попу укусили. Что тут у нас? Подождите, я вот сюда пришла. Это спальня. Вот такая большая спальня. Сейчас мы везде попкой посидим. А это не китайцы тут жили? Смотри, китайская опять. А давай мы не будем трогать. Ширмочка. Это ширмочка. Мне страшно трогать все эти музейные экспонаты, потому что будем потом... Это дом... А, она еще шевелилась. Живая? Это дом то ли на 14, то ли на 18 гостей рассчитан. А мы будем жить тут вчетвером. Шоколадно живете? Тут два вот спальных места. Вот тут может двое спать. Там тоже, кстати, ванная. О, тут уже получше ванная. Там был только душ, а тут ванная есть. Даже угловая. Еще спальничка. Ой, оно черное все такое. Тут ведьма будет жить. Короче, мы можем по очереди спать каждый день на новой кровати. Мы тут будем жить 5 дней. Еще будем одна. Изучать этот дом. А еще обычная ванна. Это будет детская ванна, что тут Макс и Катя чистят зубы. И еще одни цветочки. Тут два человека может спать. С этой стороны, да. С этой стороны еще два человека. Боже, все в разных этих... Тут еще два человека. Декорациях. Макс, это твоя комната вообще-то. Максимина яйцо. Смотри, знакомая. И тут тоже туалет-душ. Ух ты. Да. Но я не шучу, что вы берете эту ванну. Точнее, эту комнату. Кстати, я что удивлен, обычно в таких местах шампуни и всякие гели, ну, немного. Тут, посмотри, литрами. Реклама какого-то дерма. Реклама дерьма. Шампунь под названием дерьмо. Катя, ты уже ломаешь? Так, ничего ломать не надо, сейчас телевизор собьешь. Я, короче, уже заблудился. Ага, кровати закончились. Это гостиная, стол. Наконец-то. 10 персон стол. Тут телевизоры всякие, кресла, камин даже. О, удобный диван, тут мы будем ютубчик смотреть. Так, и вот такой красивый камин. Не рабочий, потому что там какая-то маска стоит. Там кто-то живет.
страшненькая. Папа наш любит смотреть вот эти вот передачи. Тут какая-то касса батло, дядечка модный. И вот такие вот старинные зеркала. Что тут? Я нашел кухню. Это самое классное, что нам надо. Это кухня, потому что мы хотим... Короче, самое классное не кухня, мама. Самое классное вот. Я уже сам готов в этой одежде купаться. И правда? Стол на 10, даже на 12 персон. Вау, класс. Ну, там помочите, только не носках же. Снимай носки. Так, и вот такой красивый бассейнчик у нас есть свой. Ой, ты, и даже хот-тюб. Вау, смотрите, что тут. Они уже ноги вот мочат. Товарищи, идемте. Там ножки тоже. А тут бурлилка. И тут что, классно, можно спрятаться от солнышка. Ох, там тоже бурлилка. Катя и Катя, да? Кипяток. Так, будем еще показывать виллу или уже потом дальше в видео? Еще один этаж есть. Еще отдельный этаж есть, еще там есть терраса. Посидим, окей? А вы идите, хотите показывать. А вы идите, показывайте. Короче, там вот наша еще терраса, это все наше тоже. Пойдем еще покажем террасу и потом отдыхать. И прыгать в бассейн. Тут есть слон. Настоящий красный слон. Тут как на корабле окна. Тут какой-то такой непонятный... Где слоник? Тут слоник, да. Опять такая же люстра прикольная. Это rose gold. Rose gold, точно. Rose girl. У нас терраса. И вот я вижу еще одна комната, смотрите. Где? Это мастер-бедрум. Вау. И выход на террасу отдельный. Все, а, это спим, наша комната. Мы спим с мамой тут. У нас своя спальня. Там что? Там туалет, душ, там ванная. И даже личная терраса. А ну-ка покажем ванную нашу. Она маленькая. Это туалет, а не ванная. Зато терраса огромная. Смотрите. Фу, а как жарко. Ну так мы какой красивый терраса. Ой, тут ремонты. Сильно светло, надо вот так делать. Шикарные звуки. Мы в Барселоне, тут стройка. Там еще есть тот кот. Есть кот? Да нет, кот. Вот, ну и тоже вот эту комнату. Боже, а топчанов тут и такой, и сякой. Класс. И наш бассейн. И там где-то хот-тюб. Класс. И к соседям можно заглянуть. Пойдемте. Ну что, пошли уже наконец-то в бассейн. Давайте. Айда. А можно через эту сторону зайти? Да не, ну тут закрыто. А, смотрите, какой еще милый фонтанчик тут был. Только не работает. Все купаться. А ты не идешь? Я смотрю, насколько выше у нас, чем у соседей. Смотри, ну, потому тут что, высота... Посмотри, я туда еще люди идут. Ага. Выше. А вот это ты. Уклон. Пойдем купаться. Пошли. Начинаем отдых! Отдых! Ну как? Круто? Круто! Все, 5 дней мы живем в этом вот тюбе. Все? Всем и прекрасного все. Отдыха. Идем в хот-тюб. А я иду на террасу. Способности нашего хот-тюба. Подожди, ты реально идешь в хот-тюб? Да, Кать, ты реально... Да зачем? Тут жара такая. Иди покупайся в бассейне. Ладно. Я хочу в хот-тюб. Ладно, всем пока. И всем что надо сделать? Поставить лайк, подписаться на канал. И мы прыгаем! Пока-пока! Спасибо!